пришла и оторвала голову нам. Чумачит чая весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума. Чумачит чая весна, чумачит чая. Я иду по улице, словно чумачечи. От солнца, чтоб не жмуриться, я натяну очечи. А в стеклах отражаются девочки-конфетки. За наглость не сочтите, угостите сигареткой. Пришла и оторвала голову нам. Чумачит чая весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума. Чумачит чая весна, чумачит. Хватит танцевать! Пошли в кино на Чебурашку! Ну, привет! Привет! Чего это ты несешь? Несу разные вещи. Несу разные? Почему несу разные? Сама ты несу разные, как я погляжу. Разные вещи я несу. Разные, понимаешь? Вот, не сумел. Не сумел? Что не сумел? Отстань. Да ведь ты говоришь, не сумел. Что не сумел-то? Мел несу. Несу мел Мишке. Ему жена да будет. Так если Мишке жена да будет, зачем ты несешь? Жена? Какая жена? У Мишки да жена? Ах ты шутница. Я сказал, ему жена да будет. Понадобится, значит. Ах, вот оно что. А еще новость у меня для Мишки приятная. Нашлась та марка, которую он давно искал. Та марка? И ничего, симпатичная? Красивая. Зеленая такая. Постой, постой, это что у него, волосы зеленые, что ли? Кого волосы? Да ты сам сказал, нашлась та марка. Та марка, понимаешь, которую Мишка давно ищет. Там арка нарисована. Ага, все-таки нарисованная эта марка, да? Нарисованная. Так бы сразу и говорил. Да, отвяжите за своей тамаркой бестолковой эта голова. Арка там нарисована. Неужели ты даже этого понять не можешь? Некогда мне. Пока. Смотри, не растеряй свои несуразные вещи. Да ну тебя. Постой. Что? Привет передавай. Кому? Известно кому. Тамарке, Мишке и Мишкиной жене. Эх, девчонки. Девчонки? Девчонки! Да все-таки, что ты несешь? Я несу макулатуру, да, всякие разные книги, вещи, тетрадки, отстаньте. Посмотри, сколько всего интересного, книжки, тетрадки. А это что? Это не школьная тетрадь, попрошу ошибок. Не исправляйся. Дима, чья это тетрадка? Наверное, мамина. Случайно положила. Мы посмотрим, пожалуйста. Маме Димы было 14 лет, когда она завела эту тетрадку. В тетрадку записывались любимые истории, стихи любимые и картинки красивые на клейке. Смотрите, как интересно. Любовь и измена. Эти 6 букв приносят много мух. Коля, привет. Я не приду. Ну нет макулатуры. Девочки, ну вот была макулатура. У мамы тоже была такая тетрадка. Она мне рассказывала. В тетрадку записывалась история любви, любимые песни. Делать было нечего, вот писали. А сейчас можно найти в интернете. Интернет – это общее, а тетка моя личная, родная. Девчонки, а мне кажется, это так романтично – писать признание в любви стихами, отправлять парню. Он читает их и восхищается. Ага, а потом смеется над тобой и думает, как же мне от нее отвязаться бы. Да это сейчас такие мальчики, а вот в рыцарские времена настоящие кавалеры, принцы на белом коне, серенада под окном. Это вы, девчонки, все вы думаете, книжек не читались, фильмы посмотрелись, а может было все совсем по-другому. Знаете, девчонки, так хочется влюбиться. И в чем проблема?
Старшая сестра дразнится, еще зеленая. Это как? А вот так. Сестренка выросла, а мне это видно. Не ходят мальчики, а мне завидно. Мне тоже хочется ходить влюбленную. Сестренка дразнится, еще зеленая. А мы смотрелись в зеркальце с моим парнишей Леню и что-то не заметили. И где же я, зеленая? Вон по лицу веснушечек богато просыпаны. Мы взялись их подсчитывать, да по полу рассыпали. Спросила у бабушки, когда влюбляются. Уснула бабушка, не отзывается. Наверное, снится ей дорожка с кленами. И ходит бабушка по ней зеленая. Вся старшая сестра платочек комкает. Сидит безвылазно в закрытой комнате. Всем по телефону нет, отвечаю я. Хоть ты и выросла, а все же зеленая. А мы смотрели в зеркальце с моим парнишей Леней. И что-то шептал слова красивые. Мне Ленечка тихонечко. И про лицо с веснушками, и про глаза раскосые. Ну! Понятно стало мне тогда. Все же я зеленая. Что мне за жизнь? Что за жизнь, а? Чем тебе жизнь твоя не нравится? Посмотри, солнышко светит? Светит. Облака по небу бегут? Бегут. Что тебе еще надо? Да так там и так. И солнце есть, и облачка летают, но покоя нет. И чего бы это? Ну, сон приснился такой. Такой сон, ну прямо тебе ухо. И что же тебе такого приснилось, что даже ух? И не спрашивай, не знаю, не знаю. Ужасы. Может быть, Дракула? Нет, хуже. Что может быть хуже Дракулы на свете? Есть, есть и хуже. Там выпустилось такое, что сам не знаю что. Животное какое или растение? Ни то, ни другое. А что тогда? Призрак? Казалось, что он должно найти меня и схватит за что. Так, хватит, пожалуй, сон в руку. Да ну! Ага, и влезет в мое сердце глубоко-глубоко и захватит навек. А разве от него нельзя убежать? Нет, еще немного мне времени осталось. А там все, прощай. Пойдет моя душа, сердце будет, скоро придет. А что, как его зовут? Имя какое-то не наше, короткое, как выстрел. И самое сердце, только щелк, а дальше туман, туман, только пусть. А в конце пригрозило, что я потеряю голову. Что, отрубит? Не знаю, наверное. Сказала, что сам ее и потеряет. А оно поможет. Это какой-то киллер или наемный убийца? Говори, как его зовут? Амур. Амур? Да, чужой. Иностранец? Немедленно в полицию. Пиши заявление. Пусть спасают. Наручники его. Не получится в наручники. У него рук нет. Ну, тогда пусть ноги куют. Может, вот тогда до твоей головы не доберется. У него ног тоже нет. Тогда кто этот Амур? Он повсюду сказал. И там, и здесь, и на небе, и на земле. Становится повелителем для всех. Полетит моя голова, значит, что я потеряю. Все сердце заберет душу. Вот. Вот? Амур? Так ведь это любящее сердце. Любовь. Да ты счастливый человек. Я? Счастливый? Да, потому что теряют голову, отдают душу и ранят сердце только влюбленные люди. Амур дарит тебе счастье, счастье, смысл человеческой жизни. Ну, я побежала. Куда? Спать, может и мне приснится. Девчонки, знаете, а мне Коля нравится. Так он же троечник. А что, троечник не человек, что ли? Хочется мне о троечнике поговорить. Жаль мне его. Все внимание обходят, и учителя в школе, и писатели в книгах. Живет он себе на свете, а вроде его и нет. Никто его и замечать не хочет. Никто о нем никакого слова не скажет, ни доброго, ни худого. Двоечникам всем проще. Учителя их всегда на примете держат, художники карикатуры на них рисуют, писатели гвоздят и так, и это. Отличников тоже без внимания не оставляют. Педагоги с ним с уважением.
газету портреты печатают. А троечники что? Его и замечать никто не хочет. Неинтересны они люди, троечники. Ни рыба, ни мясо. Ни рыба, ни мясо, вот. А вы думаете, просто быть троечником? Еще как трудно и даже опасно. Даже опасно? А, он троечник все время, как над пропастью ходит. Чуть оступился и уже не троечник. Прощай, спокойная жизнь. Начну на него пальцами показывать, фамилию называешь, шум, гамму. Троечники этого не любят. Тройки-то у них, знаете, называются? Бал душевного спокойствия. То-то спокойствия. Так кто они такие, троечники? Мечтатели. Всю жизнь мечтают о том, что однажды возьмутся и... станут отличниками. Вот как признаться в любви? Здесь того Валентина я понимаю. Валентинку можно отправить. А сейчас как быть? Зачем нам идти в европейские нововведения? Есть же традиционная русская записочка в виде самолета. Там даже интереснее. Не к тому самолетик прилетит, и все. Адреналин. Самолетиком бумажным на обертке от конфет. Передайте, очень важно, и скажите, жду ответ. Мальчики, записочки, девочки, записочки, от учителя втихую на уроках храпают. А о чем записочки? Да, о чем записочки? Не узнают никогда наши мамы с папами. Раз 15 за урок. Прошу шить по классу. Ваш не занят вечерок. Кимоно купила в прок. У меня живет сурок. Одолжи мне ласты. Я тебе записочку напишу серьезную. Настя стала выскочкой. Такая грациозная. У Болта родители улетели в Данию. А у Петьки скачку. В пятницу свидание. Мальчики, записочки. Девочки, записочки. От учителя втихую на уроках крапают. А о чем записочки? Да, о чем записочки? Не узнают никогда наши мамы с папами. Коля, а ты меня любишь? Коля, а ты меня любишь? Да, то есть нет? Нет, конечно, нет. Да ладно, это же ты мне письмо написал. Как ты узнала? То есть... Чего ты взяла? Там был твой почерк. Черт, я же печатный писал. Ну вот, признался, ты писал. Да не, это я про то. Другое письмо. Там я вспомнил, тоже печатными буквами писал. А те почерк там есть? Значит, буквы прописные. Коля, там были печатные буквы, но твой почерк. Как у печатных букв может быть почерк? Это я у тебя хотела спросить, как ты умудряешься так писать? Мало того, что еще печатными буквами пишут. Коля, ну а тогда почему в одном слове было 4 ошибки? Не знаю, спроси у того, кто писал. В каком, кстати? Я тебя люблю. Как я мог так оплошать? Ну вот, ты писал. Да не, это я про то. Другое письмо. Там я вспомнил, тоже 4 ошибки сделал. Коля, у нас не так много людей в школе, которые могут делать в одном слове 4 ошибки. И при этом что-то компьютеры интересует в данном случае я. Мало ли в школе, Коль. А твои отпечатки пальцев? Как ты их могла сравнить без специального оборудования? Таких больших в школе ни у кого нет. А как ты их вообще увидела? Там были огромные. Следы пальцев в борще. Слушай, точно, все стоит на свои места. Кто-то подделал мой почерк, дал мне потрогать мне письмо, когда ел борщ, и все. Коля, хватит, ты подписался. Мало на школе, Коль. Именем, фамилием и отчеством. Значит, точно поставили. И роспись свою поставил. Слушай, Коль, знаешь? А я тебя тоже люблю. Дай? А что ты спектакль разыгрывал? Так бы сразу и сказала.
пойдем в кино? Нет уж, спасибо. Ничего на вид, цветы триллер. Боевик какой-то, блин, чем ты думал, Димочка? Блондин, боже, он студент первокурсник, а костюм еще с выпускного. В чате не был ты таким скучным. Больше мы не встретимся снова. Вот и все, и нам, нам. Хочешь стихи посвящу или песню? Да, хочу. А еще больше хочу, чтобы ты не списывал у меня математику. Думаешь, если ты мне нравишься, то можно плохо учиться? Да при чем здесь школа? У меня же чувства. Интересно, а где найти такого парня? Ради любви могу совершить подвиг. Ну смотря что считать подвигом. Подраться с кем-нибудь глупо. Провожать каждый день домой обычно. Девочки, ну не все же могут спасти утопающего или вынести кого-нибудь из огня. А по-моему, человек, который хочет добиться ответной любви, становится более стремителем к себе, стремится освободиться от своих недостатков. Это и есть просто подвиг. Это Саша Зайцев, студент вуза, и Настя, он испытывач. Ты такой смешной, такая замечательная. А знаете, что я сделаю, когда приду домой? Нет, не знаем. Я тоже себе заведу такую тетрадку, что спустя год и моя дочь нашла ее, прочла и заложила себе такую же тетрадку. А ведь и правда времена меняются, а такие чувства, как любовь, дружба, остаются неизменными. И ни один компьютер не сможет заменить живого человеческого общения. Никакими смайликами, ни смс-ками нельзя выразить свою любовь. Да, слушаю вас и понимаю, что детство уходит. Может быть, уходит, но мы этого не замечаем. Про таких, как мы, говорят, еще не взрослые, уже не дети. Троечник любит Лизу. Спиридонов Артем.
Лиза, хорошистка, разделяет симпатию Коли. Лучшая подруга Риты. Батура Алина. Соня, хорошая девочка, романтик по жизни. Гануску София. Дика, девочка хочет влюбиться, но еще зеленая. Моисеева Александра. Таня, хорошая девочка, считает, что интернет может заменить живое общение. Подинкова Настя. Саша, одноклассница, хорошая девочка, тоже хочет влюбиться. Якупова Алия, а вместе... Театральная студия «Сундучок историй», школа 91, старшая группа. Фотография.